Jesus, you're right. Thank you.
does it really for them. Thank you.
expanses. Когда ходили вот это по домам-то, вот это, ну, как называют, вот, коледовать-то, да? Только у нас называли не коледовать, а славить. Что Христа славят. А дела надо делать. Сейчас я принесу свечки. Заведу его. Беру две спички, чиркаю, сложены в виде колодца. Земной матрас. Греет очень хорошо печка. Ничего, так. А, вот, суп как раз хватит. Thank you.
ком... не спирается. Пока тесто жидковато. Там вот пирог с чем? Пирог есть. Мы добыли с Андой. Красивые. Я пособирала. А Анда дальше на 5 метров еще поднялась. Все приходит. Рябчика в зубах приносит. Я домой принесла, сварила суп из рябчины. Так. Анда! Залезет под стол. С брусникой. Брусника попадала. Сейчас там всего. Много горючего. Это у меня там веники положены. Старые. Зубатка. У нас в углу ловятся зубатки. На крючок. Субсидирование. Виктория Цыпленкова, Донецка.
береста уже есть, все равно что-то. Последняя, так она грязная. Так целый баул. Хотела еще допечь. Ну ладно, она уже готова тогда, в принципе. Thank you.
Заходи. Сейчас с ним договориться обо всем. Именинник. Мы сейчас придем. Ага. Это я несу. Сухто. Да, так я беру. Ну все, я тебе и так несу. Это вот не целая банка, а то ты им банку давала, а тебе доцелую все. Видишь, это не целая банка, а это вот доцелую все. То есть твою посуду. Молодец. Так мне так-то хорошо, что ходит. В общем, тут это 700 рублей тебе за две банки, за три, по 350 рублей за банку. Все переведу. А сейчас еще грибы посмотришь. Там у меня почти 5 тысяч стоит. Да? Ё-моё. Там серебро надо, достать серебро, но на дне еще у меня там. Добраться пара. До него. Да. Ну так вот, мы сейчас придем с Татьяной. Ну, коньячок есть. Если что. Ну давайте, давайте. Давайте, будем. Да, я так поняла, что тут надо. Я слушаю, ну, по заброшкам ползаю очень много. И вот так. Ну кто закурит, тогда поймут. Ну, чем может я так только запушу? Как ядреный. Грибочки. Грибочки помываем. Сейчас мыться. Что не совсем, но ты так-то что, котлеты у всех, наверное, есть. Или вы уже в Ярике поди остановитесь, да? И кушать так без меня. Мне только говорит, это что, у нас лук такой нарос? Они же большие должны вырасти. У них хозяйство, у них козы, вот эти барашки. Так, ну что, сейчас грибочки буду резать. Они-то у нее постоянно под кроватью. Прям по дому ходят. Вот это бабуля-то, которая крыша там, которая с условием. Ну вот можно пока сейчас он. Нормально, что ты видишь? Расскажет это что. Потом вот прогорит, и мы вот только эти окрасти. Слышал, как он поют себя. Ничего не сбил.
Я пошел к Бурачку, мне направление надавали. Марина, красным красно. А я шел Бурачок такой, думаю, что такие зеленые какие-то, желтые ягоды. Марина Жонка, вообще. Вот я дом театр росток желтой малины возьму. Приходи, у нас посадишь. Да. Чего места? Немного не оставляем. На, воды будет добавить, воды много, очень много. Андрюха, карауль давай. Я пошел, я за Андрюхой пошел. На, грибы снести. Ты кирпичи принеси. Андрюха, я уж без тебя не дождаться так. Пойдемте вниз. Вот я тебе поставлю сейчас, чтобы дверь туда. Это волнушки, да? Волнушки, да. Рона повела мне. А, Рона, ну несите. Вторую снизу. Так, понятно. Так, это ты возьмешь себе, а тебе за 1200 продаю. Сама там, если лимуты за плесенью, через неделю... А 1200 это трехлитровая? Да, трехлитровая. Вот. Тут, если куда 7 банок, то по верхний рубчик. Что, да? Я посмотрю. Я такой чудо... Пусть снимает. Давайте, а я буду... Да, А я, видишь, сторону вышила. Не так хотела. Что-то она рассказывает. Так. Гриб. Обед да к обед. Я бы даже села. Так. Ну так мы вообще все будем давать. У нас печи. О, Андрюш, давай сегодня мы сейчас приедем, как ляжем. Приходи по костям. Марк Андреевич прочухал, что уроки-то надо заранее делать все. Он ничего не влезает, не мешает. Андрей, нет? Тихонечко. Слушай, мне кажется, она так-то и дышала. Так, Маркуся. Марк? Ты уже Маркуся. Никуда не влезает, ни в какие рамки. Тут что-нибудь картошек. Ну что, сюда сяду? Сейчас подожди, чтобы мне пачку кстати. Коля, да, первые листы опорожные. Ага. Потом это.
вон они курицы. Да что такое? Чтобы чай вам пить? Так это, наверное, чай. Угу. Давай сделаем фон! Полдня лежала в кровати. Потому что вот так вот клюку собирали. Ну, клюк. Не получилось? Не получилось. Да. Ну, хоть посидите, хоть кто-нибудь там. Яблочко. Снаружи там много яблочко. Вот мы вам барики сидим. Так, картошку. Ой, так, Кира, я ждала свой суп, кашу. Ой, грибы. А, так где суп-то твой? А, так давай я еще налью. Вот, налью. Вот, да, вот. Так, хлеба. Очень вкусно. Вот так вот еще ее размять. А вот ты нам кушаешь. А я могу идти? Ты чего, еды не видишь? Я могу идти? Подожди, прошу. А вот это рыжики только не зеленые, они тепло вымотят. Вот это сама. А? Мне же надо узнать, нормально пиво получилось или нет. Я наливаю себе стаканчик пива, выпиваю полстакана и сижу, жду, потому что это пиво глоточками не пьют. Его надо пить так, раз, залпом. И сижу, жду, придет или не придет. Да что-то еще не пришло. Допиваю вторые полстакана и сижу. Пришло. Слава тебе, Богу, удалось. Вот это называется Галинины приходы. Ну что, кто будет снимать пробу? Все. Так. Олег. Короче, огурцы.
идет в школу. Ждала-то я ее. Вот это все. Видишь, вообще все новое. Красота. Кто ты? Мышка, что ты делаешь? Что иголочку перестану.
Пожалуйста, коробку. Thank you.